Ну, поехали. Шла машина темным лесом за каким-то интересом, чтобы ночью на Калуге рассказать вам сказку про Чиполлино, 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 революцию, в которой победить смогло добро. Мимо пробежали, подзабыли мы детали, стойно добрые и прекрасные и плоды. Все колхозом тролевали, обломали, оборвали, продавали, пролюбили. И опять сидим в капусте, ни туды и ни сюды. Немедленно, несанкционированный митинг. Всем разойтись быстро. Прекратить немедленно, я сказал. Все это к чертовой матери. Так быстро. Иди что? Иди. Рано, поздно. Уходить поздно. Ну что? Попался правнук Чиполлоне. Любитель гнать на здешние порядки. Предательская пятая колонна, проросшая на нашей пятой грядке. Вообще-то, я племянник Чиполлуччи. Я вышел из себя и из народа на митинг, чтобы жить мы стали лучше, как патриот родного огорода. Не я, а вы, родной земли предатель, грозящий миру злобным овощизмом. Что ж, если так, снимай штаны, приедем. Сейчас мериться начнем патриотизмом. На раз проверим, чьи духовные скрепы и кто доводит родину до ручки. Вот, скажем, я веду свой род от лепы, что дед и бабка завещали внучке. Готов пропалывать я вражеские всходы, и пусть начальник мой не вышел ростом, я в федеральной службе огорода служу тому, кто кормит нас компостом. Лет. Уже как крестный я отец. Дон Путисон, всеогородный президент, обрел в Кремле и дом, и кровь, пустил в нем корни и надежных корешков. Но вдруг настал другому срок качать здесь нефть, давить здесь сок. Гусинский, Березовский, Ходорковский. Опасно жить в стране с фамилией на И. Я всех на И давил, как Ви. Остался только скучный Навальный на И. Вокруг поля закатаны в асфальт, но чувствую, не завершил гештальт. 17 лет уже как крестный я отец. Дон Путисон, всеогородный президент. Кто молодец? Ты молодец! Я молодец. Неужто час настал, чтоб уступить венец? Так
Какая стать, какая мощь и сила, опора крепкая, утешение для болящих. На всех врагов в нем хватит хлорофила, и хрен его намного редьки слаще. Глядит на мир недреманным он оком. Я не хотел бы показаться грубым, но хрен, посаженный с 4-летним сроком, не должен прорастать столетним дубом. Преемник должен быть у лидера любого, так утверждает основной закон. Пусть перца нет такого же крутого, нам подойдет хотя бы принц Лимон. А как вам принц по имени Димон? Он родом из народа, с родного огорода, простой крестьянский парень, а совсем не Димон. На днях на интервью один бездельник спросил, где взять на пропитание денег. Наверное, в голову ударила ему одна совсем дурная жидкость. Я мог бы растеряться и смутиться, я мог бы, как Владимир, рассердиться. Но вместо этого ответил: денег нет, но вы там все-таки держитесь. Себя возьмите в руки сразу в обе, займите свой досуг достойным хобби. Когда нет денег, это делаю я. Потратив 3 минутки, постройте домик утки, развейте виноградник и не тратьте жизнь в борьбе. Потом зайдите в Твиттер, поставить лайк на свитер и новые кроссовки, что купил я себе. Ну-ка, по мне так очень славный малый. В нем есть изюминка и шарма, ого-го. Изюминка? И впрямь в нем есть, пожалуй. А вот с мозгами явно не того. Послушай, ты совсем уже с приветом. Ругать премьера, это что за хрень? Так он же сам сказал, что денег нету. А без бабла он даже вам не впень. Что ж, замечание разумное, походу. Особенно от этой ботвы. Вопрос, где взять нам овощи с доходом? Ну, да хоть бы в той же мэрии Москвы. Ходит по Воробушкова, по родной Москве легенда. Дескать, получает пенделя под зад. Капитала не смог он собрать одномоментно и зарыл в Москве огромный клад. Слышь, слишком быстро был он послан в баню, и пришел к нему на смену мэр Сергей Собянин. С той поры наш хитрый овощ из Тюмени всю Москву перекопал без лени. Очень глад найти оставленный Лужковым, притворяясь, будто плитку нам кладет. Заложил под ламинор и все ливневку, затопил монет.
Шардинку и Петровку. Все ругаются, лишь президент доволен. Стала выглядеть Москва, как Петербург. А те, кто много говорят, откапывать мешают клад. Их надо в новую Москву пинком замкать. На Арбате, на Тверской, на Красной Пресне ничего Собянин не нашел, хоть тресни. Под пятиэтажками искать собрался, и для этого решил их всех свести. Боюсь, попытка это станет пыткой. Не подойдет стране оленевод. Звук пропал. Я в микрофон говорю. Боюсь. Я боюсь. И сейчас боюсь. О. Боюсь, попытка эта станет пыткой. Не подойдет стране оленевод. Стерпели мы, что он Москву уделал плитки, но вряд ли это стерпит огород. Без черноплоды корнеплоды скоро взбунтуются, и словно век назад опять зарядят чем-нибудь Аврору, и толпами рванут на зимний сад. Да, из-под плитки не получишь урожая. Тут из земли не вырастает ни хрена. Не вырастает, потому что не сажаем. Начнем сажать, и в рост пойдет страна. А может, хоть разочек? Для примера. Возьмем того, кто огороду мил. Доверим власть оппозиционеру. Навальному! Навальный отвалил. Видать, за огород устал сражаться. Вернуться обещал, но не сейчас. Он сможет в будущем глазками размножаться. Ну, а пока что, бедолага, лечит глаз. Тогда с твоей идеей заковыком. От оппозиции кто выступить готов? Есть на примете у меня один кум-тыква. Пусть правит балом до 12 часов. Кирпичу собирал я кирпичик, от прорабов словил зуботычин. Плотник дал мне по шее доской, доску тоже унес я с собой. Босс мафии мне как-то раз пожертвовал с цементом таз. Из цемента я выбраться смог и на стройку к себе уволок. Так продолжай! Еще раз. Сначала, продолжалось сначала, много дней. Сначала. Просто сначала. Начнем. Простите. Извините, все с самого начала. Да. Кирпичу забирал я кирпичик, от прорабов слили зуботыщи. Плотник дал мне по шее доской, доску тоже унес я с собой. Босс мафии мне как-то раз пожертвовал с цементом таз. Из цемента я выбраться смог и на стройку к себе уволок. Так продолжалось много дней и много лет без остановки. И вот я для семьи своей построил в комнату в хрущевке. Но вдруг с просонья президент случайно подписал бумажку, и было решено в момент снести мою пятиэтажку. Готов, как
Каховка родная, винтовка горячая, пуля летит. Мы мирные люди, но нашу хрущевку без боя властям не снести. Твой кандидат, мне кажется, отважным. Он круче многих нынешних вождей. Наш русский мат всегда был трехэтажным, а с ним он вырос на пять этажей. Смеяться просто над народным горем. А ты попробуй дело предложить. Легко. Ты помнишь, огородом правил горец? Как говорится, можно повторить. На Северном Кавказе рос конкретным сорняком, но из грязи вышел князь и стал в папахе паханом. С кем кремлевские князья закадырные друзья? Фрамсаном, кавказским корешком. Фрамсаном, 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 кремлевским кунаком. Сотворили нам кумира по заданию Кремля, полевого командира, в наши выпустив поля, недомоченный в сортир. Кто теперь борец за мир? С Рамзаном, с Рамзаном, с Рамзаном мы боремся за мир. С Рамзаном, с Рамзаном, с Рамзаном, Кадыр борец за мир. По камням струится терек, грозно плещет мутный вол. Злой чечен ползет на берег к нам в Георгиевский зал. Будут в средней полосе шеяки шарить все. С Рамзаном, с Рамзаном, с Рамзаном он патриотом стал. Рамзаном, Рамзаном, Рамзаном даешь на пьедестал. Ну ничего себе, прекрасная далёка! Неужто ты и вправду будешь рад, коль этот перед цвета знамени пророка устроит здесь у нас аджик-джихад? А делать что? Я ж тоже просто винтик. Один из сотен тысяч овощей. Так, может быть, айда со мной на митинг? А знаешь что? Айда, зови друзей. Шла машина темным лесом за каким-то интересом. Мы сегодня на Калуге рассказали сказку про то, что вроде происходит здесь на нашем, на любимом огороде, где, надеемся, однажды все же победит добро. Ла-ла-ла, такие вот дела. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, вновь полюбил козла. Мы его не пустим к нам на слёт. Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла, такие вот дела. Ла-ла-ла, мы любим вас, народ!
и немедленно выпил. Дядя Витя,